Единая лига ВТБ и спецпроект «Мастер-класс» приветствуют любителей лучшей игры с мячом из Донецка, города действующего чемпиона Украины по баскетболу. Сегодняшний выпуск поможет поближе познакомиться с, пожалуй, одной из самых распространенных баскетбольных комбинаций, которая используется в подавляющем большинстве атакующих схем любой команды. Речь идет о классической двойке или пик-н-ролле. Нашими экспертами станут молодой защитник украинских чемпионов Денис Лукашов, а также более чем опытный литовский бигмен донецкой команды Дариус Сангайло. Итак, пик-н-ролл – это комбинация для двух игроков, разыгрывающего с мячом и, как правило, центрового, либо тяжелого форварда. Качественно выполненный пик-н-ролл – это результат хорошо отработанного на тренировках командного взаимопонимания. Все зависит от, в первую очередь, мастерства разыгрывающего, который должен правильно прочесть ситуацию и быстро принять один из нескольких вариантов завершения атаки. И, во-вторых, от умения большого поставить хороший заслон и затем удачно открыться. Сама идея классического пик-н-ролла предельно проста. Комбинация начинается в момент, когда игрок с мячом наводит своего защитника на заслон, поставленный большим партнером по команде. При хорошо поставленном заслоне защитник теряет несколько мгновений и вынужден освобождать своего игрока от плотной опеки. В этот момент большой начинает движение к кольцу и, если команда работает слаженно, через доли секунды стойка с кольцом содрогнется от мощнейшего данка, а трибуны снесет волной адреналина. Давайте вместе попробуем разобраться, какие основные варианты завершения атаки есть у разыгрывающего с мячом. Вариант 1. Отдать пас врывающемуся под кольцо большому, который либо забьет, либо заработает на себе фол, а в идеале и то, и другое. Вариант 2. Оставшись на мгновение без опеки, совершить открытый бросок по кольцу. Вариант 3. Отдать пас свободному снайперу, который может оказаться в удачной позиции для броска, так как защита среагирует на врывающегося под кольцо большого. Пик-н-ролл – это одна из основ баскетбольной тактики. Маленький кирпичик, с помощью которого, как в детском конструкторе, можно строить серьезные комбинации. Тренируешься каждый день, и в твоем арсенале будет много маленьких кирпичиков.